Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 6 мая. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. При грозе гром скоро прекращается. Погода наладится. Птицы вьют гнезда на солнечной стороне. К холодному лету вечерняя заря багрово-красная. К плохой погоде. А какая же погода ждет нас завтра, 6 мая? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Елисеево Палкинского района Псковской области воздух прогреется до 8 градусов. Без дождя не обойтись, как и в последующие дни. В селе Елисеевичи Брянского района Брянской области плюс 13. Резиновые сапоги и зонты убирать рано. Дождь не уйдет, а только усилится. В деревне Елисеевская Верховашского района Вологодской области плюс 4. И там сухую погоду ждать не стоит. Лить будет, как из ведра. В деревне Елисеенки Демидовского района Смоленской области плюс 11. Похолодает на пару градусов. Так что на всякий случай утеплитесь. И помните про непромокаемую обувь. Напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!